Добрый день. Сегодня мы будем разбирать ноутбук Dell Latitude 3580. Ну, соответственно, будем делать апгрейд и будем чистить и вообще смотреть, что там внутри, как он разбирается и что там можно сделать по усовершенствованию и быстродействию. Шурупчики у Dell, скорее всего, что будут разной длины. Они даже не вытаскиваются. Они с фиксаторами. Не может быть. Это прям чудо какое-то. Да, шурупчики не вытаскиваются. Открыли. Пыльно. Но аккумулятор, но чистый вентилятор. Хотя пыли куча. Не знаю, меняли или нет. На 128 гигабайт жесткий диск. Небольшой. Соединили батарею. Вентилятор выглядит чистым. Как будто вентилятор почистили, а пасту менять не стали. Очередной раз говорю, что не надо наносить термопасту большим шлепком. Она должна просто тонким слоем закрывать процессор. Не более чем. Здесь помечены 1, 2, 3, 4. В такой последовательности и будем завинчивать. Берем нашу коробочку с оперативной памятью. Здесь у нас оперативная память DDR4. Ну, у нас есть SSD-диск вот такой. Пасту мы поменяли. Возьмем жесткий диск на 480 гигабайт. Все, одеваем крышку, завинчиваем. Все, осталось только установить Windows. На этом я ставлю паузу, устанавливаю Windows. Потом включаю, проверяю. Windows загрузился, Windows работает. Тем самым у нас получилось сделать небольшой апгрейд, почистить ноутбук и ознакомиться, как выглядит ноутбук Dell 3580 изнутри. Если это видео было вам полезно и интересно, прошу ставить лайки, подписываться на канал.